Всем привет! И сегодня снова с вами я, Эллен, на моем канале о жизни в Канаде. И у нас сегодня распаковочка. Это осенний бокс Puppy Bun. Открываем. Оп, Боря. О, а где наши шуршащие бумажечки? Итак, журнальчик. Скидки. Это вот там различные соусы, масло и тому подобное, чтобы как можно вкуснее готовить. Как раз то, что нужно. Это скидочки, новые скидочки на осеннюю коллекцию. Обязательно пущу вам код. И, ага, $80 off на заказ еды фрешка. То, что было в тот раз, было 10, уже 80. Первое, что мне бросилось в глаза, это сахарок. Но это не кушать. Не понял. Это сахар, эксфолиант, такие кубики сахарные. Вы берете один кубик, когда вы принимаете душ или ванну, и натираете хорошо вашу кожу. И это классно для удаления огрубевшей, роговевшей кожи, вот этих ненужных частиц всяких грязных. Так что сейчас еще понюхаем. Жаль, что камера не производит запах. Такой запах, не знаю, жвачки, зефирки. Супер. Следующее. Мультивитаминный комплекс. Маска для сияния. Открываем. Ага, вот такие масочки. 5 таких упаковочек. Достаем, одеваем на лицо, отдыхаем 20 минут, снимаем и можно не смывать, оставить на лице, на коже. Миша, это для тебя. Это стайлинг крем. Это то, что у меня Миша любит делать прическу. Для меня, для моих волос хватает мусса, потому что я не делаю стоячие прически, вот такие челки, как Мишка у нас. И мальчики. Это такая маска восстанавливающая для волос. Nature Lab. Это Токио, типа японская. Посмотрим, попробуем. Смотрю, у меня сегодня все для волос. Это для увлажнения и формы держать вашим волосам. Финиш крем. Это у нас Швеция, Стокгольм. Прям так и написано. Made in Sweden. Так что посмотрим. Надеюсь, должно быть хорошее. Мишка, твой гель, это же из этой серии, вот этой шведской марки. Не буду ломать язык, потому что я, конечно, не выговорю правильно. Следующее. Это такая как бы очищающая пенка. Написано, что мягко, эффективно удаляет мейкап, ваш макияж. И обогащена высокой концентрацией антиоксидантов, которые наполняют кожу ботаническими экстрактами и удаляют сухую и грязную кожу. Ну, попробуем. А это что такое красивенькое? Итак, достаем 4 шага для идеального педикюра. Первое. Это соль для того, чтобы размокли хорошо ножки, распарить, намокнуть. Это у нас сахарный скраб. Это грязевая маска для ножек и массажное масло уже в конце закончить. Ой, для осени это классно. Так как оно еще с такими специями, остренькими такими, то хорошо должно прогреть кожу, ножки. И в дождливую холодную погоду это как раз то, что нужно. Идеально. И посмотрим последняя коробочка. Glowing Milk. Какое-то сияющее молочко. Ну, посмотрим, что это. Улыбочка. А теперь бы для таких дебилов, как я, как открыть. Вот. Так. Такая хорошая, блестящая добавочка к вашему макияжу. О, классно, очень такая вот, я золотая роза. Что обогащено кокосовым маслом, то есть не будет сушить кожу, очень хорошо. Все коробочки достали и последнее, что-то не знаю, что-то йога написано, сейчас посмотрим. Что это такая фигня? Шарфик с кармашком, кармашек сюда положить, я не знаю, не кошелек, конечно, но что-то, карточку какую-нибудь. Ну, такой шар.
хорошо, если бы он был, наверное, не с карманом, а с такой намордником, маской, так как сейчас мы все ходим в масках. Осенняя коробочка получена, распечатана. Я довольна. Обязательно напишу вам скидку, заказывайте. У каждого будет свой индивидуальный набор. Это у меня такой, потому что, когда вы заполняете свой файл, вы пишете ваши предпочтения, что вас интересует больше. И проанализировав это, они вам кладут в коробочку то, что больше предпочитаете вы. Поэтому у каждого своя индивидуальная коробочка сюрприз. Я надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно заказывайте и получайте удовольствие и радость осенью. Особенно хочется радости и тепла, когда за окошком дождя, чашечку чая и что-нибудь интересное. Ну, а я, как всегда, вам желаю здоровья, добра и позитива. Пока!